Загадка наследства маркиза де Шерази. По служебным делам, инспектор Гудвин находился во Франции. В Париже, инспектор Гудвин посетил своего знакомого комиссара полиции Дюранда. Тот, пользуясь случаем, рассказал инспектору следующую историю. Накануне Великой Французской революции маркиз де Шерази, чрезвычайно богатый, бездетный археолог-любитель и автор книги «Карфагенское искусство времен Ганнибала», маркиз перед смертью завещал городу Парижу свой дворец и коллекцию драгоценных камней. Во время революции дворец сгорел, а драгоценности поступили в распоряжение муниципалитета. Они находятся там и по сей день. Неделю тому назад один студент, читая в библиотеке книгу маркиза, заметил, что две последние страницы склеены канцелярским клеем. Он обратился к архивариусу, который влажной губкой расклеил эти страницы. И вот что там было. Дюрант взял со стола книгу и раскрыл ее на последних двух страницах, между которыми лежала промокательная бумага розового цвета. На левой странице оканчивался текст произведения о карфагенском искусстве, а на правой, чернилами было написано: «Настоящим распоряжением отменяю свое прежнее завещание в части, касающейся Парижского муниципалитета. Дворец и драгоценности я завещаю тому из настойчивых читателей моего произведения, который в процессе его изучения дойдет до последних страниц, расклеит их и найдет там мое окончательное завещание». Маркиз де Шерази. 4 мая 1785 года. Последние слова записи довольно разборчиво отпечатались на промокательной бумаге. «Как, на ваш взгляд, нужно поступить в данном случае?» – спросил Дюрант. «Признать, что второе завещание является поддельным», – ответил инспектор Гудвин. Почему он пришел к такому выводу? Ответ на загадку. Инспектор Гудвин любил историю, особенно различные научные открытия. В 18 веке не было канцелярского клея. Для скрепления бумаги употреблялся воск. Также не было и промокательной бумаги. Чернила в то время присыпали мелким песком.